Я ничего не скажу, только не трогайте меня, а я буду вас трогать. Я хочу, чтобы вы сошли с ума. Мне не надо, чтобы вы протестовали. Мне не надо, чтобы вы бунтовали. Я не прошу вас писать вашему депутату. Я не знаю, что там положено писать. Я ничего не знаю о депрессиях, инфляциях, бюджетах, русских, преступности. Все, что я знаю, вы должны сойти с ума. Вы должны сказать, я человек, черт возьми. Моя жизнь чего-то стоит.